Продажи и IT. Аналитики выяснили, кем мечтают работать новосибирские студенты, а еще сколько хотят зарабатывать. Специалисты по подбору персонала анализировали резюме выпускников вузов. Давайте и мы узнаем, какая работа самая привлекательная. Продажи и IT – вот самые популярные сферы, где хотели бы трудиться выпускники новосибирских вузов. На них приходится 7,5% и 7,2% резюме соответственно. К таким выводам пришли специалисты кадровых агентств, проанализировав рынок труда. 6,3% вчерашних студентов хотят строить карьеру в административном персонале. За ними следуют специалисты в сфере маркетинга и рекламы – 4,6%. А замыкает пятерку самых желанных вакансий – производственная сфера. Здесь хотели бы трудиться 4,1% выпускников, а вот меньше всего соискателей в безопасности, закупках и страховании. Потерян и престиж рабочих специальностей. Здесь хотели бы строить карьеру менее 1% выпускников. Если говорить о конкретных специальностях, то здесь результаты такие. По-прежнему в тренде юристы и экономисты. К ним прибавились администраторы, инженеры и менеджеры по продажам. Также востребованными выпускники считают профессии бухгалтера, аналитика и офис-менеджера. А вот из нового специалиста по CMM. Ожидания по зарплате выпускников тоже подросли. В среднем вчерашние студенты рассчитывают получать 39 900 рублей. Больше всего аппетит у молодых специалистов в сфере добычи сырья – 70 000 рублей. В строительной отрасли выпускники рассчитывают зарабатывать не меньше 60 000, а в IT-индустрии – 53 000 рублей. Молодые медики и фармацевты надеются на 50 000. Примерно столько же планируют получать выпускники на производстве. А вот самые умеренные аппетиты у молодых специалистов в сфере продаж и администрирования – 39 000 рублей. А у инструкторов по фитнесу, мастеров салонов, домашнего персонала и в отрасли ресторанно-гостиничного бизнеса по 40 000 рублей.